Главное предложение сегодняшнего дня – это целый комплекс. Комплекс восстановления и укрепления вашей костно-мышечной системы. Вы получаете все самое необходимое. Натуральные продукты, которые дополняют друг друга, и вы поддерживаете себя. Ноябрь – это очень сложное время, когда есть высокие риски с первым гололедом получить первый перелом и попасть в больницу. И мы это все предотвращаем. Сегодня период предложений, который комплексно защищают вас и сохраняют ваши кости в грядущий гололед. Только сегодня вы, приобретая комплекс, это 5 препаратов, вы получаете их не за 5395 рублей, а вы получаете всего за 3799 и экономите 1000, почти 600 рублей. При этом вы получаете самые мощные натуральные препараты. Причем Остеомед Форте входит в 100 лучших изобретений России. Одуванчик, Апитонус, Силен Био и также Гемонорм вы получаете полный комплект. Расскажите подробно об этом уникальном препарате создания. А я хочу напомнить, что у нас еще сегодня действует акция. При заказе двух любых комплексов вы получаете упаковку валерианы для вашего спокойствия. Дмитрий Геннадьевич Елистратов, основатель, генеральный директор компании «Парафарм» и медицинского центра «Секреты долголетия». Пожалуйста, расскажите об этом уникальном комплексе. Понимаете как, почему мы вам предлагаем подойти вот комплексно для того, чтобы... Ну вот последний я вот не был на передаче, но я в этот раз очень много посещал пациентов, ну, которые вот произошли переломы, когда с ними беседовал. И вот что возникает, какая проблема в том, что, ну, во-первых, пенсии, да, маленькие, понимаете, начинают люди экономить. И вот жалко было, вот одна женщина, 86 лет, перелом шейки бедра. Понимаете как? Я ее спрашиваю, говорю, а ты остеомед принимала? Она говорит, да, я принимал все один месяц. Я говорю, а почему ты один месяц? А потому что эта проблема в чем состоит? В том, что она-то принимает три препарата, которые ей разрушают костную ткань. Во-первых, она принимает эльтероксин, который в три раза ускоряет развитие остеопороза. Так. Представляете? Она принимает омепразол, который принимает это три раза ускоряет развитие остеопороза. И я говорю, она принимает препараты от давления, которые тоже в три раза ускоряют развитие остеопороза. Я говорю, одному остеомеду сложно. Да, у нее перелом произошел, но слабый. И то, что этот за полтора месяца он зажил, и надо восстанавливать. Я говорю, ты посчитай, сколько ты денег потратила на вот эти, на памперсы, которые, ну, вынуждены было использовать. Дорого, понимаете, ну, памперс стоит, один памперс 150 рублей. Вот. Так вот, основная эта проблема в чем состоит? Вот многие пациенты не обращают на это внимания, что костная ткань, она же подвергается кариесу точно так же, как и зубы. Посмотрите вот на эти полостные образования. Вот, перелом вот так вот может пойти, вот так вот может пойти, вот так вот. То есть пойти. То есть вот эти полостные образования, а костная ткань должна быть вот такой. А вот здесь вот это как вот скорлупы яйца стукнул, и она очень легко колется. Вот это основная проблема. И вот эту костную ткань очень часто разрушают препараты, которые люди принимают от давления. У нас сердечно-сосудистые заболевания, они стоят на первом месте по смертности. Так вот, очень часто вот эти препараты для снижения давления, они обедняют питательными веществами костную ткань. Почему мы вот в этот раз вам предлагаем именно взять комплексный набор? То есть вот по сути своей здесь вот Гемонорм идет вот для вас бесплатно. То есть посмотрите, это уже очень дорогой препарат. Почему мы это делаем? Мы для вас это делаем почему? Потому что вот посмотрите снимки, разрушенные суставы. Человек годами ест препараты, это нестероидные противовоспалительные средства. Кальций вот. И у нее, да, вот у нее вот эти полости. Посмотрите, вот разрушенный сустав, вот эта полость. Они видны на снимках. Вот, посмотрите, она носит ботинки на три размера больше. Посмотрите, вот эти солевые отложения. Растут, вот. Да. И вот разрушенные суставы. Посмотрите, да. Посмотрите, вот эти, как вот позвонки у нее на 4 сантиметра рост возраст уменьшается. То есть она даже одежду перешивает. И вот посмотрите, вот эти наши пациенты,
Любовь Николаевна, 89 лет. 89. Посмотрите, какие полостные образования. Это да. Тот снимок с аппарата денситометрии. Угу. И вот наш остеомед 6-9 месяцев приема позволяет восстановить структуру костной ткани даже до уровня возрасте. 30-летнего возраста. Посмотрите, вот, 93 года. 93. Лидия Николаевна, вот эти полостные образования. Вот этот комплекс, который восстанавливает костную ткань. То есть достижение нашего профессора Струкова показано в том, что в любом возрасте костная ткань может восстанавливаться. Вот это открытие феноменальное. И мы хотим, чтобы вы принимали, говорю, 6-9 месяцев вот наши препараты для того, чтобы вы восстановили вот эту структуру костной ткани. И вот этот человек, вот Лидия Николаевна, 93 года, она свободно может упасть и будет знать, что она как в молодости падала, и вставала, и ничего не было. И не сломается, конечно. Да. Сейчас это очень важно. И, внимание, сегодня мы впервые представляем главным предложением дня целый комплекс. Это целый комплекс, который будет защищать вашу костно-мышечную систему, будет предотвращать переломы. А это сразу и остеомед, это и одуванчик, и также гемонорм, и апитонус, и силенбио. Так, если бы отдельно вы все приобретали, цена была 5395 рублей, сегодня 3799. Вы экономите практически 1600 рублей. Набирайте наш номер телефона, успевайте дозвониться. И если вы сделаете заказ два набора, то вы получаете в подарок еще и целую упаковку валерьяны для вашего спокойствия. Вы знаете, вот, Дмитрий Геннадьевич, я чего удивляюсь? Тут возраст такой, 89 лет, да, 78 лет. У меня подруга сломала руку прошлой весной. Ей чуть за 40, у нее все болит, ужас. Вы представьте себе, она еле-еле работает рукой. Вот расскажите, пожалуйста, как принимать вот этот комплекс? Ну, во-первых, вот запишите, пожалуйста, возьмите ручки, запишите. Остеомед, лучший способ приема, 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером за 20 минут до еды или 30 минут после еды, лучший способ приема разжевать под языком, подержать таблетки. Вот лучше, говорю, это сделать, говорю, утром за 20 минут до еды и вечером, ну, за 20 минут или 30 минут после еды. Да. Вот, одуванчик используется по 2 таблетки 3 раза в день тоже до еды. Это лучший способ приема. Силенбио, 1 таблетка с утра. И апитонус, 1 таблетка 3 раза в день. Поэтому тоже лучший способ это под язык использовать. Поэтому, говорю, за 20 минут до еды это лучший способ использования. И вот тогда мы закроем многие проблемы, ну, 70% костной ткани. Набирайте наш номер телефона, заботьтесь о себе. И в зимний период, когда будет жуткий гололед, вы будете уверены, что ваша костно-мышечная система абсолютно надежная.